Добрый день, дорогие друзья. Делаем видеоотчет для нашего клиента. Сруба в чашу, 5 на 5, 2 метра вынос. Срубленной верандой. Сруб из зимнего леса. Доставку планируем в январе. Вот такой сруб. Бревна более 30 сантиметров в диаметре. Там где-то от 30-32. Вот такая красота. С перегородками. Здесь комната отдыха. Парная. Здесь будет душевая. А вот она, рубленная веранда. Здесь дверь будет прорезаться. Надеюсь, заказчик будет срубом доволен. Ну, осталось где-то еще венца 3 срубить. Рубленные фронтоны. Ну и комплектующие. Лаги, потолочные балки. Ну, вот, в принципе, сруб можно будет отвозить. Смотрите видео. Подписывайтесь на наш канал.